Друзья, мы хотели снять видеобложек для каналчика, но погода... Сами посмотрите, что с погодой. Ну вот, сейчас замутим какой-нибудь фристайл. Ну вот, сегодня сняли обзор вот с этим пацаном. Ну вот, не знаю, был план несколько другой, но я надеюсь, все получится. Либо ничего не получится. Я сегодня обзоревал поставку на тилт новенькую. Я сегодня устал работать просто очень сильно. А еще я сидел и слушал, как Максим устал работать. Да. А вот Артем. Быстро обзор на штаны, на шорты новые. Обзор. Я купил сегодня шорты за 100 рублей. Секонд-хенд. Отвратительно. Мне нравится. Почему-то на все нормально, ты говоришь отвратительно. Потому что вот это, вот оцените штаны в комментариях, это полное дерьмо, я считаю. Просто. Оцените, пожалуйста, бутылку Липтона в комментариях. Может, каким-нибудь малым пораздаем? За трюки, ну вот, всякие браслетики, всякие штучки. Ну вот, посмотрим, в общем, как пойдет. На самом деле, просто интересно подснять для вас какой-то лайв-контент, потому что на канале лайв-контента вообще не было, помню, никогда, если мне память не изменяет. Друзья, контент когда-нибудь наступит, но не сейчас, видимо. Сейчас мы зашли приобрести вот эту вот жидкость, это от 2О, там, лимонады, вот эти вот крышечки, там, вот Костян сейчас палафель будет кушать. Вегетарианским, между прочим. Я не отказываюсь от еды. Вот, мы проехали, значит, все еще произошло. Смотрит вот на нас, как мы видео вложим. Встал я. Скоро будут трюки, я надеюсь. Еще какая-нибудь чушь. Так что, да. Ну вот, будем здесь кататься, и светит солнышко, вроде это радует. Только бы еще снова дождик не пошел. Короче, катаемся и снимаем. Поснимали лайны, отдельные трюки погасились, короче, на подкатике с гранькой натертой. Сейчас, думаю, двинем дальше, а там посмотрим, что будет. Друзья, сейчас мы попробуем докопаться до молодого человека за трюк, а потом дадим ему приз совершенно случайно, он об этом не будет знать. Пойдемте узнаем, что он и как. Получить приз невероятный. Какой трюк хочешь сделать? Я предлагаю, Холви предлагаю сделать. Значит, Холви. Давай, Холви делай. Он сделает, короче. Не, так слишком легко. Так слишком легко, может, еще full heel сделаешь? Я не умею. А ротор? Ротор heel. Это можно. Давай попробуем ротерхилл. Давай. Хорош. У нас есть маленький презент. Маленький презент от магазина kickbit.ru. Фиолетовый грипсы. Хорошего цвета. Чуваки, с вами может быть так же, реально. Если ротерхилл сделаете, то... Так будет с каждым парнем. Артём Щербаков! Еще раз! Вы испортили Артёму жизнь и себе. Пойдем трюк с ступени снимем. Я ушиб пятки свои, вот эти места. Defender. Я никогда так не падал, но сейчас почему-то упал.
Да вроде нормально на самом деле, просто Максим не так давно тоже с барана ВИП отбил пятку, но он... А бребро доски, короче, это сделал. Ну, не пятку, в смысле, а вот это, короче, мягкое местечко. Вот. А я умудрился об чедик удариться. А, ничего, пойдет. На чедик. Да, все упали, и я тоже упал. О, я тоже хочу. А как? Сейчас, резко, барспин. Все, барспин резко. О! Для вас, друзья, второй раз в жизни. Ладно, друзья, сейчас, наверное, будем... Подожди, посмотри, сколько электросамоката. Охренеть, то есть, извините. Ладно, сейчас, наверное, будем двигаться на другой спот. Погода вроде щадит еще. Погода, приложение Apple гласит, что дождя не будет, а Яндекс ничего не гласит, потому что оно у меня не грузится. Он врет всегда. Вот у нас вот такой вот доктор-оператор есть. Это... Давай, Кость, я тебе снимаю клипс. Немножко не привык к... Сейчас постараюсь. Ой, мужик! А чё это? А-а-а! Что это? Это зебрус. Погоди, там зебра! Я не знаю, сложно это тем, что... Охренеть! Красиво-то как, друзья, блин! Welcome to the club, buddy. Поехали на спот следующий, Костя. Хочешь? Классическая абсолютно. Не, давай, смотри, снимаем. Не надо, ты опять начал играться. С тобой. Нет, слушай, а ты можешь... Стой, я не прошу, хочешь сделать. Так в жизни бывает. Артём лишился самоката. Кикмит, дай новый, пожалуйста. На льве поедет. Самовыражение, молодежное течение. Окунись с головой в мир уличного спорта. Дальше не помню. На следующий спот двигаем. Я Nike. Imagine me chilling, throwing dollars at my feelings, trying to mirror what they live in. Could have did it, but they just ain't me. Hold back, just in case a brother flip, don't read. Hard pass, got my lane, I remain in the same. Swear the day I started clubbing, I would take more aim. Used to love her like my gang, now she way too coming. I came back a second time to set the world on flame. Had some years left on the docket, had to cheer until my stock was up. Always caught in something, used the hells for the inspiration. I just need some mitigation. Old days, partner, had the whole cave levitating. I'll be on the way. Настоящие райдеры Кикмита. Вот примерно так они выглядят в своей повседневной жизни. Можем описать ее как его как мартышку или думайте сами. Фоткала? Фоткала. У меня руки тебе грязные. Улица.
Друзья, собственно, отличный денек сегодня выдался. Шикарно покатались на улице, поснимали видеоблог для вас. Пишите ваше оценивание, всякие реакции и смешнявки в комментарии. Классы ставьте, классы не классы, или стоит ставить, там все дела. Артем Щербаков, Никита Русаков, Максим Графский должен быть здесь, но он отъехал по делам со своей Светой. Что еще нужно добавить? Так вот, короче, следите за инстаграм-историями Кикмита, иногда мои имя Артема и Максима, опять-таки, вот. Короче, сейчас мы, я хочу спрятать вот этот вот айтем, надо найти, правда, вторую баренду, она, наверное, у Максима в куртке. Короче, спрячу где-то из этих кустов, выложу это, и счастливчик получит хорошие грипсы от магазина kickmeet.ru. Всем спасибо за ваш просмотр. Я поцарапал руки.